Нью-Йорк не мог оставаться равнодушным к поискам немецких экспрессионистов, которые подхватила Аня Холем, ученица Мари Вигман. Но настоящий триумф ожидал работавших в духе модернистского танца Дорис Хэмфри и Марту Грэхэм. В то время балет, особенно модернистский, считался исключительно женским делом. Грэхэм стремилась через танец показать глубину человеческой души, а также эпоху и ее события.